Привет, с вами Маша Каганович, я маркетолог компании Western Beat. Сегодняшний ролик на тему популярнейших самоделок, поделок, которые вы можете делать дома. Кое-что из того, что я показывала раньше, но уже немножко в другом аспекте. В плане того, что вы можете и как легко, в принципе, эти вещи сделать самому. Если вы ищете, хотите начать свой бизнес или расширить свой ассортимент, то я в сегодняшнем ролике это вам покажу. Итак, давайте начнем с самого первого. Это бантики, 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 бантики. Здесь показывает женщина, как завязывать прекрасный бантик. Просто на руках, да, как это можно делать. И какой он получается замечательный. Куда потом привязываются эти бантики? Почему их так классно можно продавать? Ну, естественно, не один бантик, да, 5-6 там в коробке. Понимаете, вот такой бантик, он подойдет там для бутылочки с парфюмерией, например. Или его девочки привязывают, прикалывают к носочкам. Или к какому-то украшению для волос. Потом еще используется, например, смотрите, как сделать вот такой вот маленький, малюсенький бантик с помощью вилки. Как быстро и элементарно делаются такие бантики. И еще раз, спрос на Etsy на них достаточно хороший. Есть множество видео, которые показывают не просто, как сделать какой-то товар, а как сделать его в большом количестве. То есть не просто для себя, а именно для продажи. Вот, например, один такой ролик, который показывает для маленького бизнеса. Я обязательно дам ссылочку на все эти ролики в описании к этому видео. Вот, ну просто каким образом вот эта женщина делает, предположим, такие заколочки для волос, да? Как она их шьет, как она их потом упаковывает, как она приделывает к ним эти заклепочки, да? И в большом количестве это все продается на Etsy. Следующая тема – это по поводу цветов и цветочных платьев. Если вы помните, я показывала, как популярны сейчас платья с большими цветами. Что я имею в виду? Ну вот, давайте посмотрим. Вот тут на Etsy я специально сделала фильтр, показала 781 результат. Это платье, которое стоит дороже, чем $400. Мы сейчас говорим о вещах, которые сделаны своими руками. Вот, и я представляю себе, что это огромный труд. Вот, и большая работа создать вот такое платье. Кстати, многие из этих магазинов продают платья такие 3D Flowers на свадьбу. Вот, ну не всегда. Это, кстати, может быть еще и подруга невест. Очень интересные тут встречаются такие платья. Короче говоря, вот в YouTube есть очень много разных tutorials, как делаются вот такого вот рода цветы 3D. Вот посмотрите, вот такое вот прикольное, например, как сделать такое платье с желтыми цветами. Конечно, это, мне кажется, адская работа сделать такое платье. Это платье, возможно, даже на заказ. Такие можно делать. Вот, хотя я не рекомендую брать вещи на заказ, но в любом случае, вот эти огромные, большие цветы и всякие платья 3D, они пользуются большим спросом. Давайте посмотрим, как вот сделать такие, например, замечательные цветочки. Это огромная, как мне кажется, кропотливая работа. Вырезание таких цветочков, потом их еще нужно пришить на платье. Это очень тяжелая работа, и, по идее, должно стоить больших денег. Очень интересная такая поделка, вот, которую, в принципе, мне кажется, что можно сделать самому. Еще одна вещь, о которой я не говорила и не показывала в прошлых роликах, но, тем не менее, это очень потрясающая, модная, популярная тема. Это шар диска, знаете, который очень часто из него делают различные украшения для дома. Ну вот я тут сделала просто поиск такой, дискобол, да, ну просто чтобы посмотреть. Это могут быть и шляпы, и вот смотрите, такие популярные плантерс для цветов, горшок из нее делают. И это могут быть персонализированные такие шары, диффьюзер, да, прикольно, который делает такой приятный аромат в доме. В общем, что, чего только тут нет. Дискобол – это очень популярная тема. Посмотрите, сколько здесь и бестселлеров, и Etsy Peak, и Popular Now. Ну, в общем, много чего. А с этим дискобол. Короче, я вот выбрал, например, вот такую простую тему, которая называется дискобол плантер, потому что на нее был хороший спрос в ноябре, в декабре этого года. Конкуренция достаточно маленькая. И вы знаете что? В YouTube есть очень много роликов, которые показывают, как сделать это. Очень прикольно и легко. Кстати, вот у этой девушки получилось просто все очень непросто и очень нелегко. И она сделала такой огромный беспорядок. Я посмотрела это и подумала, вау, как она его отпиливает и точит. Боже мой, это не очень, конечно, профессиональное видео. А вот такое вот видео, смотрите, прикольное. То есть это дискобол, который подвешивается, потому что очень часто горшки с цветами подвешиваются потолку. Вот, его потом можно вот так раскрутить, да, и там во время ваших танцев он будет еще создавать еще определенную атмосферу. Следующая тема,
которую я тоже еще не покрывала, не говорила об этом. Это кружевные перчатки. Причем, если вы думаете, ну вот загнула, как тяжело сделать кружевные перчатки. Это не каждый человек может вырезать, там, знаете, это называется fingerless. Это перчатки, вот типа таких, которые не одеваются на пальцы. Видите? Вот это то, что сейчас в моде, знаете, как элементарно, в принципе, сделать такие перчатки. В первую очередь делаются для свадьбы. Это очень сейчас модно для невесты, поэтому хороший поиск. Это white fingerless lace gloves. Вот, вы можете посмотреть, что в этом плане производится и продается на Etsy, сделав поиск fingerless lace gloves. Там нет такой большой конкуренции на них еще пока. Посмотрите, как, в общем-то, просто и легко их шить. На самом деле, самые лучшие и популярные цвета – это белый и черный в этом плане. Вот, но мне нравятся всегда такие поделки, где не уходит много времени, много материи и не требует большого мастерства. Цены на эти перчатки, ну, я бы сказала, 20, 30, 40, 50 долларов, возможно, да. Свадебные перчатки, возможно, могут стоить еще подороже. Вот, например, 65 долларов, вот такие вот, да, стоят. Ну, в общем-то, сделать-то их, ну, мне кажется, это не очень дорого. Здесь очень важно правильно подобрать невесту, сделать правильно красивые эмоциональные фотографии. Ну, в общем, это, конечно, все касается маркетинговой упаковки. Друзья, я должна вам еще сказать, что я оказываю сейчас индивидуальные консультации по анализу, разбору ниш, по анализу ваших магазинов на eBay, на Etsy, на Shopify. Подскажу вам маркетинговые стратегии, как покупатель смотрит на ваш ассортимент. Могу вам найти хорошие, хорошо продающие ниши, если вы выставляете, например, товары на Etsy или со своего магазина на Shopify, и еще множество других услуг, которые я оказываю. Также там ссылочка будет в описании к этому видео. Окей, следующая тема – это Baby Monthly Milestone. Что это такое? Это когда родители учитывают и смотрят на изменения, на прогресс, продвижение, что делает их ребеночек каждый месяц. Как известно, если у вас есть свои дети, вы знаете, что с первого месяца и до второго месяца происходит огромное изменение, когда ребенок начинает улыбаться, потом смеяться, потом переворачиваться, потом садиться, потом ходить. Короче, в этот первый год происходит так много всего. У меня, например, трое детей, но я все равно вела для каждого из них. У меня есть свой альбомчик, и я учитывала каждый месяц, что мой ребеночек начал делать. Это очень популярная тема. Называется Baby Monthly Milestone. Обратите внимание, какой был потрясающий спрос на январь-февраль этого года. Давайте возьмем, к примеру, да? Вот Etsy Pick. Значит, сейчас в спросе 4 человека купили это за последние 24 часа. Видите? Первый месяц, второй месяц, все, что нужно, это вырезанные, деревянные или пластиковые, какие угодно. Вот такие вот бумажки, картонки, кружочки, кругляши. Да? Вот они здесь это называют Baby Monthly Milestone Marker. Ну, мы их назовем просто Baby Monthly Milestone. Если мы пойдем на Etsy и сделаем этот поиск, то, как вы видите, в основном то, что здесь будет предлагаться, это вот такие вот очень похожие друг на друга штучки. Конечно, для того, чтобы начать продажи, нужно как-то выделиться. Ну вот, например. То есть вроде бы очень похожая вещь, но что-то в тренде, вот эти одинокие маленькие ромашечки, цветочки, сейчас очень-очень в моде. Знаете, вот приделайте, например, маленький розовенький ковбойский сапожок, например, для девочки, да? Во, идея! То есть возьмите те идеи, которые я давала в предыдущих роликах, что сейчас в тренде. Там арки, волны, переходы цветов, градиент, checkerboard. Все это можно использовать вот в подобного рода товарах. Вот. А сделать их, ну, в принципе, это одно удовольствие. Тут нужно найти какую-то свою маленькую, такую прикольную, классную изюминку. Вот. Немножко заплатить за рекламу, чтобы выбиться вперед. Или продавать просто со своего магазина через Shopify. Это тоже можно сделать. Или открыть, например, свой магазин в Фейсбуке или в Инстаграме и принимать платежи с помощью нашей компании Western Bid. Так что все это можно сделать. Посмотрите, например, вот что-то добавлено вместо круглых, они сделаны овальными. Опять-таки здесь использована вот эта новая современная тема с бантиками. Да? Здесь они персонализированы. 7 человек купили за последние 24 часа. Итак, следующая тема.
Это, что называется, sweater scarf. Это свитер в форме шарфа. Эта тема, может быть, не совсем новая, да, но еще не устаревшая, еще очень-очень популярная весь 2024 год. Так что обратите внимание, не знаю, как долго продлится этот тренд, но для тех людей, которые вяжут, такой свитер в виде шарфа очень часто используют люди на свадьбу. Вот такой вот замечательный, приятный, красивый. Было бы, конечно, лучше, если бы его демонстрировала какая-нибудь невеста в белом платье. Если вы посмотрите sweater scarf, как много именно невест показывает, вот демонстрирует, как он одевается на зимнюю свадьбу. Потому что зимой невеста всегда ищет красивое что-то, накидку. Или, ну вот просто свитер как бы некрасиво, а вот такой вот приятный, теплый шарфик, который укрывает руки, потому что очень много платьев открыто. Вот и такие вот белые шарфы. Это просто идеально для свадьбы. Кстати, Outlander – это очень популярный фильм в Америке. И там главная героиня носила вот подобного рода, ну, как бы очень похожий такой шарф. Вот, и отсюда, мне кажется, пошла эта мода, так как к нам возвращается мода этих 90-х годов, где одно оголенное плечо, то есть можно спокойно рекламировать это таким образом, что открыто одно плечо, другое закрыто, или вообще оголенные плечи. Ну, в общем, эта вот тема, она просто очень-очень в этом году, в 24-м. Так что обратите внимание, здесь очень много Etsy Picks. Очень часто, кстати, здесь, смотрите, $9, $7.29, $5.99. Это инструкции к вязанию, да, таких вещей. Тоже очень популярная вещь. И тоже посмотрите, какая прикольная модель. За $10, пожалуйста, ты получишь PDF-инструкцию, как это сделать. Итак, последняя вещь, которую мне хотелось бы вам показать, это искусство деревянных изделий. То есть это вещи, которые вешают на стену, называются wood wall art. Я уже показывала частично эти вещи в разных других предыдущих роликах, потому что спрос на них был замечательный в прошлом году, но я не могу не показать это сейчас, вот в начале 2024 года, потому что посмотрите, какой был классный спрос в декабре, в январе, в феврале, и он продолжает расти. Да, тут, конечно, огромная, зашкаливающая конкуренция, но когда есть такой хороший спрос, вы всегда можете пойти вниз, да, и всегда найти какие-то ниши, который будет с хорошим вовлечением, с хорошим поиском и с небольшой конкуренцией, да, а, там wood mosaic wall art, например, ну и так далее. Это идея просто, потому что дерево сейчас очень популярно, потому что эти цвета популярны, потому что 3D-эффект, да, все это создает как бы вот эту атмосферу, и тут можно так много придумать, просто почему я показываю, потому что я знаю, что смотрят многие люди, которые делают поделки и могут работать с деревом, вот не сбрасывайте со счетов wood wall art. Вот смотрите, вот как раз тема, да, волна, правильно? То, что, то, о чем мы говорили. Солнечные лучи, boho wall art, ну, правда, boho здесь будет очень высокая конкуренция, или вот такие вот коробочки, да, разноцветные, прикольные, или вот такие листочки, очень популярно, или вот такой крокодил, просто крокодил. Popular now. Здесь так много идей. Вот можно взять просто вот эти современные темы и перевести их в свой вид рукоделия, в то, что вы умеете делать. По большому счету в YouTube можно найти так много tutorials, как делается вот такое, ну, разные вещи, да. Или можно, например, для идей просто посмотреть вот какой-нибудь такой ролик. Кстати, я все ссылочки на эти ролики дам обязательно, чтобы вы могли увидеть, посмотреть все картинки. В общем, какие-то интересные, потрясающие идеи, которые делают люди. Очень интересные идеи в этом году и замечательные новые тренды. Так что надеюсь, что этот ролик был полезен и интересен для вас. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии. Большое спасибо за вашу поддержку меня и канала. Большое спасибо за внимание. Всем пока!